А перед просмотром этого видео обязательно подпишись на мой канал. Также жми на колокольчик, чтобы не пропускать мои новые видео. Поехали! Друзья, всем привет! Вы на канале Funny Games, и мы продолжаем играть в нашу игрушку, которая называется Tasty Blue или Рыбка Обжора. Так, ребяточки, наша рыбочка, как вы знаете, как всегда голодная, хочет, как всегда, много кушать. То есть давайте, собственно, и перейдем к нашему, к нашей игре. Так, о, ребячки, здесь кальмары малюсенькие. Нам... О, а что мы такие маленькие? Мы в прошлый раз, ребят, выросли довольно-таки, были большой рыбкой, а это опять стали маленькими. Только посмотрите. О, нет, мы развиваемся нормально, смотрите. Мы только что были сантиметры, уже метры. Вау, за мной кит огромный, вы это видели? Ребятки, вы это видели? Меня чуть только что не страпал кит. Так, давайте с вами, наверное, возьмем... Ой-ой-ой, меня укусило. Осьминог белый такой. Так, давайте, наверное, съедим вот эту рыбку. Так, наверх пока я не могу плавать, потому что я нахожусь на дне океана, наверное. Ну, ближе к дну, где-то на середине океана я нахожусь. И вот пока все, что я могу, так это кушать вот это вот, что мне попадается. То есть маленьких кальмаров. Или осьминогов. Кальмары, наверное, так. Ого, кит съел кальмара белого, вы это видели, ребят? Скоро, наверное, и мы сможем кушать. Ребят, мы уже выросли. Мы уже 5 метров. Ребята, вы только посмотрите, какие мы большие. Это разве не замечательно? Я считаю, что это просто супер. Вау, все, ребят. Мы теперь, наверное, можем всплыть. Да, да, да. О, да, мы наконец-то глотнули немножко воздуха и начали питаться касатками, ребят. Так, давай вот эту вот касатку. Вот, вот, вот так, вот так. Тихо, а то меня хотят съесть киты. Они, ребятки, за мной плавают и, естественно, за мной охотятся. Видите? Вот он, вот он, вот он хочет меня... Хочет меня съесть. Ой-ой-ой, укусил меня. Ого, сколько здесь, ребят. Посмотрите, сколько здесь этих кальмаров. Сколько мы можем их кушать, ребят. Разве это не супер? О, и касаток, посмотрите, сколько много. Вот это вкусно. Давайте теперь опять вниз. Давайте где-то здесь должны быть они. Так, скоро мы, наверное, ребятки, уже сможем хавать и китов вот этих, которые плывут. Так как они станут намного меньше, чем я, ребят, ростом. И будут от меня уже убегать. О, все, ребят, мы уже начали их хавать. Вы представляете? Мы начали уже хавать всех подряд, дорогие друзья. Ням-ням-ням-ням-ням-ням-ням. Отлично, ням-ням-ням. Вкусно как. Вот это да, вот это вкусно тише, ребята. Вы просто не понимаете, как это вкусно. Ням-ням-ням-ням-ням-ням-ням-ням. Отлично, отлично. Вау, вот это да, вы только посмотрите. Вот это да, мы даже больших кораблей. Ну, этого пока кораблика не можем, но... Все, уже можем, все. Ребята, вот это вот смотрите. Мы даже кораблей съедаем, отличненько. И мы прошли с вами этот уровень с помощью того, что мы съели кораблей очень много, дорогие друзья. Так, ну что ж, поехали. Поехали, ребят, дальше. Переходим к следующему уровню. И здесь у нас что? А здесь у нас мы опять... А, ребята, мы опять стали маленькой рыбкой. И нас, я так понял... Опять поймали в аквариум, вы представляете? И для этого нам предлагают кушать вот такие вот корм, ребята, чтобы расти. Корм этот нас кормит, наверное, человек, который нас сюда посадил, в этот аквариум. Он нас пытается кормить вот этим кормом, который мы, собственно, с вами будем вот так вот съедать, чтобы вырасти большими и огромными. И убежать, наверное, все-таки с этого аквариума. Как-то его разбить или выпрыгнуть отсюда. Так, плывем, 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 плывем. Отлично, 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 отлично. Так, ну что ж, довольно-таки неплохо. Довольно-таки неплохо. Все, видите, рука нас кормит, мы все съедаем. Все, и стрелочка нам показывает, ребятки, что мы можем уже убежать отсюда. Давайте будем сбегать. Вау, ребята, отлично. О, канализационная труба. Мы через умывальник по канализационной трубе и прямо в речку, наверное, да? Да, ребята, прямо в речку. Вау, тут за мной сразу рыба охотится. Давайте мы начнем кушать маленьких креветок, ребята. Потому что рыбка нас просто-напросто съест. Ой, мы крышечки пособираем на дне. О, уже мы можем более-менее больших креветок съедать, смотрите. Довольно прикольно. Вот это рыбка обжора, ребятки, у нас. Вы только посмотрите, как она съедает все подряд. О, уже рыбу могу кушать, ребят. Вы только посмотрите, вы только посмотрите на это. Это же огромнейшая рыба. Это все, ребята. Это просто огромная рыба, которая съедает реально все на своем пути.
Вау, уже весь мусор, что на дне сидела. Отлично. Отлично, ребята, просто супер. Замечательно. Ого, даже чаек хавал, ребят. Вау. Вот это да. Ого, и даже большую рыбу, ребятки, начали кушать. Скоро, наверное, мы должны съесть с вами, ребятки, и вот эту вот штуку, посмотрите, которая, как она называется? Как же она называется, а? Спасательная шлюпка. Так, спасательный круг. Так, неплохо, неплохо, неплохо. Вай-вай-вай-вай-вай. Неплохо, отлично. Отлично, просто супер, ребят. Так, здесь за мной уже охотятся, ребяточки, вот такие вот тюлени. Надо от них побыстрее убегать, чтобы не столкнуться с проблемами. О, ребятки, все, мы начали уже тюленей хавать. И все, и это просто круто. О, даже человека, ребятки, водолаза вы съели. О, касатка еще огромная. Это кто? О, уже рыба-меч нам по зубам. И мы с вами с легкостью будем ловить рыбу-меч. Отлично. Так, будем забирать. О, все, всех съели здесь наверху. Неплохо. Ням-ням-ням-ням-ням. Как же вкусно все это, ребятки. Только посмотрите, тихо-тихо-тихо, меня хочет съесть касатка, ребят, хочет съесть касатка, надо от нее убегать, дорогие друзья. Неплохо, отлично. Вау, вай-вай-вай-вай-вай-вай-вай-вай, да что ж ты творишь-то, а? Тихо-тихо-тихо-тихо. А что же мне делать, ребята? Неплохо-неплохо-неплохо-неплохо. Все, ребят, я теперь могу касаток кушать. Уже там куча вертолетов за мной, вы видели? Вы это видели? Уже там куча всего за мной, ребята. Так, давай-давай-давай-давай. Отлично-отлично-отлично-отлично. Вау! Вот это да! Так, что это такое, а? Что это, ребяточки? Вау, ребята, только посмотрите. Все, киты даже синие мы хаваем. Сейчас подводные лодки, наверное, приплывут. Ребята, тут уже полная война идет за нами. Город. Ого, мы съели весь город с вертолетами вместе, с катерами. Ребята, нас 30 метров уже длина. Сейчас подводные лодки, наверное, за нами пришлют уже скоро. Ням-ням-ням-ням-ням, как же вкусно все это, а? Да, ребята, уже самолеты пошли. Уже пошли самолеты, но мы их пока не можем. И подводные лодки мы тоже пока, ребяточки, не можем есть. А что же мы можем кушать? О, все, самолеты мы уже можем кушать. Подводную лодку пока нельзя, но самолеты уже с легкостью, ребяточки, съедаются. И это вовсе не проблема, ребят. Ой-ой-ой, тихо-тихо, они между собой уже там начинают драться. Все, отлично, ребят, мы уже научились хавать подводные лодки. Круто. Отлично, ребяточки, просто. О-хо-хо-хо, да, ребята. Вот это пошла война. И крейсер мы уже с вами съели. Мы уже с вами чего только не съели, ребят. И подводные лодки, и крейсера, большие самолеты. Мы просто супер съели. Посмотрите, все-все-все съем. Вау, вот это да. Отличненько, дорогие друзья. И мы с вами с легкостью прошли эпизод золотой рыбы. Тут оказывается такое, что этот мальчик пошел в магазин, или девочка, я не разберу, что здесь, пошла в магазин и показала дяде, посмотрите, насколько выросла ваша рыбка, которую я у вас, собственно, купил. Она съела целый корабль. Вау, и я не знал, что делать, дорогие друзья. И рыба напала и съела меня вместе, собственно, с
продавцом этой рыбки. Все, и мы оказались внутри желудка этой рыбы, дорогие друзья. Так, ну что ж, дорогие друзья, было довольно-таки сегодня неплохо, было довольно жарко, мы поиграли с вами в тесте блюд, дошли довольно-таки далеко. Но на этом эпизод, наверное, будет, ребяточки, заканчиваться. Подписывайтесь на канал Funny Games, обязательно ставьте пальчики вверх. Пока-пока, дорогие друзья.